Здравствуйте, друзья! С вами наш канал «Украшения, сказки и рецепты» и, конечно же, Светлана и Герман. И сегодня мы хотим во время эпидемии гриппа, о которой уже очень много страшного нам наговорили, рассказать о том, как предохраниться от этой эпидемии, да и вообще поднять себе настроение в пасмурную погоду. И тонус. Да, и обязательно тонус. Так вот, у вас при этом, предположите, что у вас есть просто макароны дома, да? Вы выходите, покупаете много зелени. А у нас, и, как конечно, раз только макароны дома. Не, ну у нас еще кое-что есть. Ну давай дальше. Вот, и, короче говоря, вы покупаете очень много зелени, чеснок, и делаете приправу для макарон. И эта приправа, я вас уверяю, оригинальная. Мы ее делаем. И мы используем для этого гору любой зелени, во-первых. И обязательно зеленый лук и чеснок среди этого всего должно быть. Должны быть у вас. А затем масло. Мы будем использовать и оливковое, и растительное подсолнечное масло с перцем. Непросто это. С четырьмя перцами. Четыре перца. С четырьмя перцами. И соевый соус. Что для этого нужно? Нам нужно сварить, конечно, макароны. Они у нас уже почти сварены. Сейчас мы порежем зелень достаточно мелко, но не очень. Через чеснокодавку мы пропустим чеснок. Очень немножко, прям буквально чайная, ну, может быть, 1,5 чайных ложки у нас будет соевого соуса. И по вкусу напополам масло оливковое и подсолнечное. Все это смешаем, покажем, как выглядит, а затем уже покажем, как это выглядит с макаронами. Как есть хочется, мама. Потерпи. Итак, друзья, вот мы порезали зелень и чеснок наш уже находится здесь. Мы добавляем соевого соуса, вот буквально вот так. Это столовая ложка. И добавляем, ну, вот так еще немножко масла растительного, подсолнечного. И столовую ложку оливкового. Ох, как вкусно выглядит все. И сейчас мы это просто размешаем очень хорошо. Дадим минут 5 буквально постоять. Обратите внимание, мы не солим, потому что макароны подсолены. А здесь соевый соус. Поэтому вот эту заправку к макаронам мы не солим. Выглядит аппетитно, и какой запах, друзья, замечательный запах. Да. Вот. И сейчас будет абсолютно лечебное, можно сказать, блюдо. Ну что, друзья, наши самые обычные макароны сварились. Я выложила из формы вот этой, в которой я вымешивала нашу заправку, но форму не мыла, и прям в нее я положила макароны. И сейчас мы сверху закладываем нашу заправку. И начинаем есть. И начинаем мешать сначала. А ну мешать. Сначала есть, потом да. Мешать. Можно так. И вот, как вы понимаете, мы не будем вам до конца показывать, как это вымешивается, да? Вот. Просто потихонечку вмешиваете вот эту заправочку в наши макароны. И самые обычные макароны постепенно превращаются во что? В профилактическое блюдо, что в наших широтах и в наше время совсем-совсем не лишнее. Да, и мало того, это красивое профилактическое блюдо. Ну что, друзья, вот наши макароны, прекрасные, быстрее, вкусные. Пробую. Вот, приходится мне опять пробовать первый. Пожалуйста. Пробуем. Я вам хочу сказать, что ну, это просто замечательное блюдо. Если вы попробуете, вы никогда не пожалеете. Тем более те из вас, кто очень любит макароны.
Из нас это Герман. Очень любит макароны. Очень люблю. И считаю это лечебным по-настоящему блюдом. И всем красоты, здоровья и удачи. И приятного всем аппетита.